прошу прощения. Вперед. Даже не знаю, это так странно. Слушай, ты самая крутая репортерша в городе. Может, ты сама его не помнишь? Точно? Может, возьму у него интервью? Это уже становится дурной привычкой. Я вас знаю. Да, знаете. Ну, конечно, я видел вас по телевизору вместе с Амандой Стоун. Такой скандал. Теперь вас знают все. Кто-то должен это делать. Такая у меня работа. Да уж. Бедный парень. Будь он невинен, как младенец, скандала бы не было. Он оказался не в том месте и не в то время. Конечно, а вы оказались в то время и в том месте. Вам повезло. Я просто делала свое дело. Постойте-ка, мы знакомы. Не помните? Вы и я 3 недели назад здесь. Это было еще до того, как вы прославились. Хорошо, что я никогда не пишу о себе. Можешь ничего не бояться. Правда. Если мне не изменяет память, нам здесь было очень приятно. Потом я хотел тебя разыскать, но у меня ничего не получилось. Я была занята. Суд и так далее. Красота и профессионализм. Настоящий клад. Тим Гейман, ты пристаешь ко мне? Только если ты согласна. Вполне. Но только не в туалете. Верно. Какие у тебя планы на ближайшие 2 часа? А какие есть предложения? Идем. Какого черта? Известная журналистка не трахается в туалетах. Это неправильно. Мне нужно вернуться в офис. Я должна доказать, что достойна быть равноправным партнером. Достойна. Я знаю. Осталось доказать им. А ты поедешь в редакцию? Позже. Я унюхала одну историю и хочу сперва в ней покопаться.